Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые участники проекта «Совалмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев, и мы находимся не на территории «Совалмаш». В этом видео мы снова переместились в славный город Ярославль и посетили завод компании «Астрон», который является нашим субподрядчиком и ответственна за изготовление металлоконструкций. На самом деле, зона ответственности компании «Астрон» немного больше, нежели чем изготовление металлоконструкции, но об этом, я думаю, подробнее вы сможете узнать в наших следующих видео. Ну а в этом же репортаже вас ждет очень много всего интересного. Многие из вас уже заметили о том, что мы находимся на заднем дворе, и здесь находятся погрузочные доки. Давайте переместимся внутрь помещения, и там специалисты компании смогут нам подробно рассказать, зачем мы здесь сегодня с вами собрались. Мы находимся в не менее интересном месте. Это отдел проверки УТК, и за моей спиной находится первая коробка, которая будет отгружена на проект «Совалмаш». В ней находятся достаточно ответственные вещи, в том числе высокопрочные болты. И вот, наверное, что самое интересное, то, что у меня находится в руках, это монтажная документация для того, чтобы монтажники понимали, как это здание им монтировать. Очень важный документ. Здесь, соответственно, уже прикреплена бирка о том, что отдел контроля качества компании «Астрон» проверил данную коробку, проверил ее комплектность, качество этой коробки. И также стоит дата и кто конкретно был проверяющим. В этот раз мы с вами находимся на участке отгрузки, где производится загрузка первых машин, которые отправятся на проект «Совалмаш». Возле меня находится основной каркас по проекту «Совалмаш». На данных бирках можно посмотреть номера работ, так называемый номер бома, номер детали, номер проекта и штрих-код, по которому можно будет отследить весь цикл жизни данной детали. У нас сегодня будет загружено первые три машины из великого множества, которых будет отгружено в дальнейшем. Две машины у нас уже находятся на погрузке, и одну мы ожидаем где-то в течение часа. Ну а на этом видеоролик не заканчивается. Вас ждет еще более интересное и многообещающее продолжение. Поэтому внимательно следите, и сейчас вы сами узнаете, о чем же я говорю.
А теперь мы с вами переместимся на территорию арендуемых площадей Совалмаш. Здесь, как всегда, работа кипит полным ходом, и в преддверии Нового года действительно каждый из сотрудников должен успеть выполнить поставленные задачи правильно, четко и, главное, в срок. Поэтому сейчас мы постараемся посетить некоторые отделы и поинтересуемся, чем же они заняты. Сергей, а над чем вы сейчас работаете? Ну, собственно говоря, в данный момент вот непосредственно мы будем перемещать перемотанный двигатель в лабораторию, устанавливать его на стенд, чтобы провести дальнейшие испытания. Артур Анатольевич, добрый день. Добрый день. Расскажите, над чем вы сейчас работаете? Мы ходим по всем отделам возможным, откуда нас не выгоняют, и узнаем эту информацию. Над чем мы работаем? Ну, мы сейчас работаем над проверкой строительных смет по строительству ПКТБ. А для чего это нужно? Мы проверяем эти сметы на предмет расценок, работ, то есть актуализируем ту информацию, которая находится в этих сметах, для того, чтобы они были корректны. А насколько затратный этот процесс по времени, по силам? Много ли сотрудников привлечено? Да, этот процесс, он очень трудоемкий, очень много времени уходит на проверку этих смет, и практически много сотрудников из разных отделов работают над этим процессом, работают над проверкой смет. Коллеги, ну а теперь мы с вами переместились прямиком на строительную площадку, где будет возводиться проектно-конструкторское технологическое бюро «Совалмаш». И именно сейчас вы видите разгрузку металлоконструкций, которые изготовила компания «Астрон», и из которых и будет производиться сборка будущего ПКТБ. Многие спрашивали, какие же процессы происходят на строительной площадке. Так вот, работа идет полным ходом. Многие ждали этого, ждали кто-то год, кто-то даже больше. И, наконец, этот момент настал. И уже совсем скоро мы с вами сможем наблюдать, а время оно весьма скоротечно, как понемногу начинает расти само здание. И этот момент мы также постараемся запечатлить и продемонстрировать вам, чтобы вы смогли весь перечень эмоций, которые будет сопровождать это интересное событие. На самом деле, год для компании «Совалмаш» оказался весьма непростым. Проект пережил много испытаний. Была проделана огромная работа по разным направлениям. Велись и исследования, и испытания, получались новые патенты, проходили государственные экспертизы, комиссии, получали разрешение на строительство и так далее. Но на сегодняшний день
Вы сами прекрасно видите, что результатом уходящего года можно назвать отгрузку металлоконструкции на строительную площадку. Я думаю, о чем это говорит и что нас ждет, все уже тоже прекрасно поняли. А вам, уважаемые зрители, я хочу пожелать в новом году исключительно боевого настроя и успехов во всех ваших начинаниях. Я думаю, что вместе мы сможем довести проект до финальной точки его развития. Ура, товарищи! Ура!